Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я зашла в проект, иначе, друзья, называется «Магнит. Центр обмена подарками». Были как бы видеоролики по нему, но не было реферальной ссылочки. Старт находится, старт проекта будет 12 октября. Значит, и вход сюда всего 50 рублей. Далее что? Здесь будет ежемесячная квалификация 50 рублей. Вот такой вот довольно-таки занятный проект. Значит, здесь можно вот промо-ролик у меня на канал. Я вчера загрузила. Нажать «Посмотреть». Значит, зарегистрируйтесь и активируйте аккаунт. Значит, пригласите 3 друга и получайте подарки. Так, далее в маркетинге. Пока пополнения недоступны, открыты просто регистрации. Значит, маркетинг, бизнес, онлайн, магнит, центр по обмену подарками. Лучшие маркетинги, только прибыльные маркетинги для участников. Вход всего 50 рублей или ваш первый подарок всего 50 рублей. Бесконечные подарки, гарантированный результат, квалификация 3 человека и включены переливы. Так, функция партнерских переливов включена. Помогайте получать подарки новичкам. Значит, вот ФАТ как бы открыто. Ну, вот, стол, да? Так назовем как бы. Это следующее в разработке. И еще будет что-то. У них тут довольно-таки перспективный проект. Значит, друзья, регистрация здесь наипростейшая. Прописываем свой email, придумываем логин, если кто захочет присоединиться, 2 раза пароль, ставим галочку, у вас вот такой вот пригласитель, значит, ну а я же войду, авторизация. Я не буду много делать аккаунтов, так, логин. Ага, большие буквы. Так. Мой логин, пароль. Войти в кабинет. Так, ну вот так вот простенько выглядит наш кабинет, друзья. Сразу же здесь находится партнерская ссылочка. У меня уже 2 человека пришло. Вкладочка «Профиль». Здесь что у нас? Прописать имя, фамилию, Pair, кошелек. Будьте внимательны. И нажимаем «Сохранить». Пополнение счета недоступно. Выплаты, естественно, тоже недоступны. Моя команда. Так, здесь тоже суппорт, выход. Вот только вот рефссылка. Работает пока что. И старт назначен на 12 октября. Здесь вопрос-ответ. Что у нас? Пока нет ничего. Вот, возвращаюсь я в кабинет. Кому интересно, присоединяемся. Неинтересно, проходим мимо. Я думал поучаствовать. 50 рублей не такая уж большая сумма. Вот. Ну и будут еще соцсети. Facebook, Twitter, ВКонтакте. И вот еще стоит какая-то соцсеть. В принципе, на этом все. Продолжение будет следовать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.